Я единственный, наверное, юрист, который пошел против этой системы. Я никогда не признавал эти власти. Хотя, честно вам скажу, я много лет в системе отработал сам. И я знаю эту систему изнутри. Вот многие говорят, вот, надо с ней бороться, надо ее ломать, надо это. Да нет, ничего не нужно делать. Нужно просто полюбить и все. Я работал в милиции, я работал судебным приставом, я работал даже директором коллекторского агентства. Работал юристом уже непосредственно против вот этой банковской системы. У меня подозрение, что идет обратное слияние языков в один, в телепатический. Непонятно, ощущаюсь, про тебя что-то говорят, и ты вообще ничего не понимаешь, и при этом уши горят. Такое ощущение, как будто тебя отчитывают в школе. Видите, в отношении меня уже пытаются применить силу. Видите? Пойдемте. Видите уже? Уже силу. Раз такая пьянка, приглашены итальянские гости. И презенту Антон, Сикиамо, Сургутнадзор. Это вообще мост между Барбарой Банко и Антоном. Ассортимент документов был расширен. И не оплачивать штрафы. Как ни странно, это все сработало. Об этом явлении стали замечать в правительстве. По сути, меня признали живым через суд. Он живой. Статус более высокий. В контакте с некоторыми итальянскими адвокатами послала военный приказ остановить. Прекратите действия против своего народа. Комиссия по ценным бумагам. Кто подписал? В каком статусе? Живая женщина или персона? Через агента, да? Через агента, да. В общем, из одного персоны она сделала двоих. Абсолютная печать. Нам не нужны документы. В итоге их и не будет. То же самое у нас в России происходит. Не хотим, чтобы нас кто-то порабощал. А по какой причине я должна спрашивать у системы, могу ли я... Какой-то документ купить за 1 грамм золота. А у меня нет золотых зубов. Вся ваша деятельность безоплатна. Как без агрессии, народ. Вручен прокуратуре. Они спрашивали у живых людей, что нам сделать дальше. Я просто пришел на почту, а там губернатор без губернии. Нам пытаются навязать маски. И это международный скандал. Я заявляю это как юрист. Я могу вызвать сейчас также полицию на полицию. На месте преступления. Ни родины, ни флага, которые продали свою родину. Этот протокол, он в печку сразу же. Вот и все. До суда он не доживет. Я судьям говорю, блин, что они никто и звать их никак. У меня судьи в рясе ряжены. Некоторых даже до слез довожу. Они теперь должны доказать, что они являются гражданами Российской Федерации. А в этом удостоверении у него наклейка просто. От бутылки водки. Им нужно кормить свои семьи. Но не такой ценой. Ну ты понимаешь, что ты идешь на преступление? Он сказал, да, я понимаю. Нюрнбергский трибунал номер 2 не за горами. Уже собирают подписи. Я-то освещаю. А где твои аудио? Где твои видео? Где твой освет? Многие спят, потому что они не видят примера. То есть люди просыпаются. Так тебе надо вещать на всю страну. Система рухнет. Она просто рухнет.